добрий вечір всім, вам щаслива година. Народила діва предвічного сина. Хвалу Богу даймо, весело співаймо. Святий, святий вечір на землі. Хвалу Богу даймо, весело співаймо. Святий, святий вечір на землі. Христово, ангел, пробитель.
Дорогие братья и сестры, сегодня у нас наши детки, музыкальная группа будут нести это служение, и мы просим вам, чтобы, пожалуйста, занимайте места. Ищет ночлега и почти без надежды подходит к
окно, смотришь через стекло, занесенное снегом. Постучать, идти дальше не знает она. В ожидании Богу Мария молилась. За окном слышно пенье, а ночь так темна. Постучала, и сразу же двери открылись. О, как радостно дом Иисуса встречал! Для Христа приготовлены были здесь ясли, и из сердца Марии исчезла печаль. Нет, Спаситель на землю пришел не напрасно. Если свет Рождества в чем-то доме горит, если слышно еще о Спасителе пение, если в детских глазах еще радость блестит, если кто-то еще преклоняет колени, посмотрите в рождественский вечер в окно. Посмотрите, как звезды на небе сияют. Почему в доме вашем сегодня темно? Почему Иисуса ваш дом не встречает? Почему между вами и Богом стена? Отворите младенцу рожденному двери. Помолитесь Христу прямо здесь и у окна. И попробуйте жить свою Богу доверие. В спящем городе ясли Мария найдет. Ваше сердце пусть яслями этими станет. Радость чудная в дом с Иисусом войдет. И прославите Бога своими устами. Аминь. Thank you.
глубокое, звезды мерцают, спит Вифлеем утомленный журбой. Только дни пастухи не дремают, будто предчувствуют встречу с Христом. Мир на беседе, часы пролетают, вдруг лучезарный и свет озарил. Ангел им радость вещает, Богом младенца Христа подарил. Слышите, песни на небе поются, Господу слава и мир на земле. Звуки небесной симфонии льются, мир всем вещает на грешной земле. Кесар, идите скорее убогим, там вы найдете младенца Христа, Господа вашего, вечного Бога. Он вас спасает от смерти греха. Аминь. Я тебя всех пожалею.
тысячи лет, даже звезда ярко горит, смотрят в глаза, как поспеши, где люди от века не знают ни вьюг, ни сыпучих снегов, там только летающим снегом сверкают вершины гранитных хребтов. Цветы там душистее, звезды крупней, светлее и наряднее весна, и ярче там перья у птиц, и теплее там дышит морская луна. В такой-то стране ароматную ночью при шепоте лавров и роз свершило желанное чудо в очи. Родился младенец Христос. Аминь. В Вифлеем, в яслях на соломе, для людей творят звезду зажжет. Не в дворце и не в богатом доме, в бедных яслях прославляться Бог. Этой красотой небесной длинной Бог на нас перенем превознес. Под цветы ангельские гимны для спасения всех пришел Христос. Аминь. Thank you.
возлюбленные Господи, братья и сестры, давайте мы обратимся к Слову Божьему, прочитаем место, которое записано в Евангелии от Луки, 2 глава, будем читать с 1 стиха. Луки, 2 глава, 1 стиха. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое управление Квирии и Сирию, и пошли все записаться в каждый свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, Иудеи в город Давидова, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрешенной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране на поле были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня посияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Аминь». Пожалуйста, займите место. Была одна семья в рождественский праздник за своим столом и беседовали. И каждый говорил, что бы он мог сделать, какой подарок он мог сделать Христу. Если вот сейчас бы открылась бы дверь и зашел бы Христос, что бы сделал? Ну, глава семьи, папа, говорит, я бы его посадил за стол, я бы его обмыл его ноги, я бы его расчесал, привел в порядок бы, накормил досыта, еще в дорогу дал бы с собой. Мама сказала, я бы тоже, говорит, могла бы сделать прекрасно для Христа. Я бы достала все свои дорогие одеяла, которые есть, простыня новая, настелила бы кровать, уложила бы Христа спать, чтобы он выспался, на утро дала бы ему еще покушать, и все бы он дальше отправился, как говорится, да, или как это. Ну. А маленький мальчик, сынишка их, долго сидел и смотрел в окошко, не произнося ни слова. Но тут мама с папой с насмешкой сказали, сынок! Ну а ты бы что сделал для Господа? Что бы ты сделал для Христа, если нашел бы Иисус Христос? Он посмотрел так на маму с папой и сказал, если бы сейчас, в эту рождественскую ночь, зашел бы к нам Христос, я бы ему отдал самое дорогое, что у меня есть, самая дорогая книжка, что у меня есть, я бы отдал это Господу Христу, я подарил бы ему этот подарок. И здесь появляется стук в дверь. Глава семьи говорит, кого носит нелегкую погоду такую, в такой поздний час? Кому это что надо? Праздник. На дворе кто-то ходит и, значит, мешает проводить нам праздники. Наш разговор. И тут глава семьи говорит, пойду открою, посмотрю, кто ж там, кого принесло. Открывает дверь. Входит на порог. Нищий человек. Немытый, небритый. Конечно, от него не очень так приятно пахнет, неприятный запах, ботинки разорваны, одежда вся порвана на него. И он обратился к главе семьи. Подайте, пожалуйста, на пропитание. Что же отвечает глава семьи? Он говорит, иди прочь, у нас не подают, уходи, пожалуйста. Мы с семьей сидим, мы справляем праздник, нищему не подаем, уходи, пожалуйста. Тут он обращается к его жене, к супруге. Можно у вас переночевать? Он показывает на какой старый заброшенный сарай, который уже все валится, и он говорил переночевать. Она сказала, извините, у нас не гостиница, уходите прочь, от вас смердит, уходите, пожалуйста, не мешайте нам встречать праздник. Только маленький мальчик со слезами на глазах подошел к этому человеку и сказал, дядя, наш мой Бог, возьмите, пожалуйста, то же сокровенное, что у меня есть, мой лучший самый подарок моему Богу. И я вас прошу тоже, братья и сестры, также юные друзья, наши мальчики и девочки, взрослые, значит, возьмите себе на сердце, пусть ляжет вам на сердце, прежде чем чем-то обещать нашему Богу, Иисусу Христу, хорошо надо подумать, сказать да или нет, или что-то еще пообещать. Да пусть вас Бог благословит от рождественских праздники. Аминь. Аминь.
много, и как они разделят, так он и будет, и мы будем довольны. И еще пригласили на следующий раз, даже благодарим, чтобы они снова пришли к нам. И вместе с нами радовались, если Господь позволит нам благодарить. Заодно объявляем, братья и сестры, те или кто посетил нашу церковь сегодня вечером с нашими детьми. Мы просим вас, чтобы вы направляли своих детей. У нас в молитвенном доме есть воскресная школа. Каждое воскресенье утром в 10 часов подает служение там. Наши сестры занимаются в воскресной школе нашими детьми. Они учат познавать Господа, они учат любить Господа, они учат любить людей, уважать людей. Поэтому ничего плохого они не научат, только доброму. Поэтому...
Божий великий от души. Будьте послушны вашим родителям. Они очень много сделали для того, чтобы вы были здесь, на этом месте. Поэтому будьте довольны, благодарите Бога, благодарите родителей. И будьте послушны вашим родителям. И в новом году дай Бог вам силы, стремления, желания, чтобы вы лучше познавали этот инструмент и лучше служили Богу. Пусть вас Бог благословит в этом. С Игоркой уже дядя Веня объявит когда, да? Сейчас инструменты кто берет домой? По одному. Остальные тихо, спокойно. Подарки никто не заберет, дети. Они ваши. Ну, смотрите, разобьете мандолины. Тихо, спокойно. Нет, спускайтесь туда, опросите мандолины. Нашего оркестра, да, в общем, на там идет и картина, чтобы она вспомнила себя. А помните, вы спили? Ну, спили. И на память стих Идены, я бы хотел сегодня вам прочитать, ну и всем нам также. Это Евреям 6 глава с 10 по 11 стих. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл для дела ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной верности и надежды оказал такую же ревность до конца. Пусть Бог благословит вас и вас. Спасибо большое». Спасибо. Ну зачем вы тратите голоси? Спасибо. Спасибо. Бог благословит вас. Мы вас не лишим. Деня, не забывайте. Вам спасибо большое, что... Но, ну не знаю, что делать. Деня, мы вас не лишим. Давайте, вместе что-то.